статыстыка, улічвае апошнія 30 гадоў, менавіта столькі ў Беларусі вядзецца ў лік ВІЧ-інфіцыраваных. За гэты час на Гомельшчыне зарэгістравана 10 156 хворых, амаль 3 тысячы з якіх памерлі. Зараз у рэгіёне адпаведны дыягназ маюць крыху больш як 7200 чалавек. Прычым, калі раней ВІЧ перадаваўся ў асноўным праз агульны шпрыц пры ўжыванні наркотыкаў, то зараз 95% атрымліваюць непрыемны дыягназ у выніку палавых кантактаў. Встречалась с молодым человеком около полугода. На празднике произошел половой контакт. И где-то через полгода начали появляться признаки. Первое. Лимфоузлы увеличились, появилась сыпь на теле. Ходили к аллергологу, но так диагноз и не поставили. И только через некоторое время направили к инфекционисту и вот выявили диагноз. ВІЧ-інфекцыя. Гомельская областная инфекционная клиничная больница, консультативно-диспансерное отделение по ВІЧ. Менавіта тут сегодня працуют с людьми, которые имеют соответствующий диагноз. За минулые 30 годы шмат чего изменилось. Сучасные методы терапии стали значно больше эффективными. Зараз яе проходит 3700 человек. До конца года их колькость увеличится до 4000. Коли выполнять все потребования медиков, то навод с ВІЧ теперь можно жить не одно 10 годы. Одна схема может работать до 10 лет. Конечно, мы приходим потом к тому, что вирус привыкает к этой схеме, приходится переводить пациентов на вторую линию, затем на третью или на схему резерва. Но если он привержен, схема работает далеко, упорно, и может человек прожить до глубокой старости. Коли ранее основную колькость ВІЧ-инфицированных складала молодь, то зараз практически половина выявленных выпадков сярод людей в возрасте от 40 годов и выше. У группе рызыкі представники рабочих специальностей и люди без пэўнага места жыхарства. У этом году у 4 районах Гомельской области провели акцию по притягнению дорослого населения до самотестирования по ВІЧ. У наступном годе яе планируется поширить. Вот такой экспресс-тест на ВІЧ сегодня можно свободно набыть в аптеках. Это он без упаковки. Каштует всего около 6 рублей. Каб доведаться в своем диагнозе, необходимо 15 хвилин. Правда, каб зарабить это, потребна пэвная рашучасть. Хоть и ведаешь, что поводим себя беспечно, але пэвное хвалевание все ж таки присутничают. Все лето у аптеки Гомельской области поступило 1300 таких тестов. Каля 600 из них реализованы. У вынику двое жахаров региона звернулись за подтверждением диагноза у медицинской установы. И теперь мают официальный статус ВІЧ-инфицированных. Пытанию выявления новых выпадков захворывания увогуле надается значная увага. У этом году отповедный скрининг провели у 14 районах в области, выявили еще амаль 150 выпадков. Але и эта лишь бы, вероятно, не окончатковая. В усилякем разе, коли оценивать ситуацию, сгодно с международно принятыми методиками. В Гомельской области где-то недовыявлено около 1500 ВИЧ-позитивных. Это есть такая программа, называется «На спектрум». Значит, туда закладываются определенные показатели, ну и результат получился около 1500. Мы сейчас над этим активно работаем. Я думаю, что тот скрининг, который был в этом году на 14 административных территориях, он будет продолжен и в следующем году. Конечно, это требует дополнительных финансовых затрат, но это, они несоизмеримо малы с тем, что получается трата уже потом на лечение этих пациентов. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».